тыңдау, барлық қызықты мерекелерге қатысу, сосын ұрыспау бір-бірімен сол. Самое главное, мне кажется, это понимание, вера друг другу и любовь, конечно. Семья бақыты болу үшін олар бір-бірін сыйлау керек, және бір-бірлерін жақсы көріп, арқашанда бір-біріне тірек болу керек деп ойлаймыз. Любить свою семью. Өлең айту керек, би билеу керек, отбасыға көп көңіл бөлу керек. Ең маңыздысы отбасының ішінде таза махаббат болу керек. Менде ойымшат махаббат және түсіншілік. Сыйластық пен шыдамдылық. Вы знаете, семейная жизнь, она, ее можно превратить в очень горькую жизнь. И вот до конца жизни прожить в этой горечи. Ну, это тоже вы понимаете, так что плохое друг друга говорит, ревновать там, это не понимать друг друга, там, все себе, все мое, не жертвовать ради друг друга. А в то же время можно сделать из семейной жизни очень вкусную, очень райскую, очень комфортную зону отдыха. И тоже для этого надо тоже что-то делать, помогать друг другу, жертвовать ради друг друга, жертвовать ради своих детей, ежемесячно стараться зарабатывать деньги для поддержания семьи, понимать друг друга, слушать друг друга, любить друг друга. То есть глагол, делать, но именно делать что-то хорошее. И семейная жизнь превращается в прекрасную, райскую, комфортную зону отдыха. Надо просто серьезно к этому относиться, к слову «семья». Как не зря говорят, что это семья, это ячейка общества. Это государство в государстве. Вот, не мною придумано. Но и каждый человек просто должен бережно относиться к своей любви изначально, подпитывать свою любовь, чтобы сохранить семью. Чтобы семья была счастливая, наверное, прежде всего, и самое главное, чтобы в семье царила любовь и гармония. Полная гармония, семейная гармония. Вон он купиясы, минулей. Махаббат дышар. Жанияда махаббат болса. Бір-біріне жылы сезім, пәк сезім, таза сезім. Сондай бір мөлдір махаббат болып жатса, сол жанұя менің ойымша ең бақытты жанұя деп ойлаймын. А если я раскрою, спасибо, что вот, даже сейчас звук включили в студию, чтобы узнать секрет семейной жизни. Мне кажется, если мы сейчас раскроем секрет семейной жизни, то людям будет неинтересно жить. Давайте дождемся финала в проекте «Анжинрак. Семейная гармония» и узнаем секрет той самой семейной жизни. Первый проект, во всяком случае, который связан с музыкой, раз, и который продвигает семейные ценности, два. Казахская семья практически самая поющая семья в мире, да, вот, есть, мы можем, конечно, побороться, точнее, с нами могут побороться, допустим, грузинская семья, да, вот, но я думаю, что все-таки мы бы их перепели, вот, и на основе этого было создано вот это вот шоу. Вот. На самом деле, конечно, это форматное шоу компании «Фримантл», которое прошло с большим успехом во многих странах мира, в Швейцарии, в Канаде, в Украине, в России. И вот теперь это проходит у нас вот здесь. Семьи со всех регионов Казахстана принимают участие. Самые музыкальные, самые, я не знаю, самые талантливые, наверное, семьи, вот, которые семья, именно понятие не семья, вот в узком смысле, да, там папа, мама, сын и дочь. Нет, семья именно в понятии клановости. То есть это могут быть двоюродные, это могут быть троюродные, но это же большая семья, да, которая периодически собирается где-то за столом, поют какие-то свои песни, любят повеселиться и так далее. А тут они просто весь свой талант, всю свою энергию, положительную энергию выносят вот сюда вот на сцену. Да, это все началось, наверное, с, может быть, полгода, чуть больше, вот весной, когда поступило такое предложение рассмотреть такое шоу, значит, возможность его, так сказать, вообще присутствие, да, скажем так, в нашем эфире. Вот, взвесив все за и против, конечно, мы решили, что это
отличное шоу, тем более, что оно очень хорошо ложится в концепцию нашего телеканала. Вот, концепция нашего телеканала гласит «Смотрим всей семьей». Вот. А что можно смотреть всей семьей? Конечно, на то, как, допустим, другие семьи участвуют и так далее. То есть это как-то перекликается. Вот. Началась такая трудоемкая работа по организации. Вот, нашли мы друзей-партнеров в лице Aladdin Studio, которые стали нашими такими хорошими друзьями, хорошими партнерами. Вот. И вот в партнерстве, в дружбе с ними, в больших таких муках, вот, как любой, наверное, да, ребенок, родилось вот это вот то, что вот мы сегодня видим, увидим, услышим и будем это еще видеть и слышать на протяжении какого-то определенного времени в эфире нашего 31-го. Семьи готовились следующим образом, с каждой семьей. Во-первых, каждую семью курирует один профессиональный коучер. Вот, это либо Рустем Нуржигит, вот, значит, Такижан, вот, это я как бы Жанар Басар. Каждой семьей отдельно занимается профессиональный коучер. А с каждой семьей отдельно занимается профессиональный вокалист. С каждой семьей отдельно занимается профессиональный хореограф. Вот, то есть ставятся все движения, ставится вокал, ставится голос. Вот. Но это не значит, что семьи профессиональные. Нет, они не профессиональные исполнители, они просто любители, но тем не менее, вот, поскольку на сцене все должно быть достойно, в эфире все должно быть достойно, семьи должны себя показать достойно. Вот, поэтому с ними проводилась вот такая вот работа. Широкая, обширная, вот, трудоемкая, такая вот прям кропотливая. Да? Вот. В результате отбора какого-то определенного, то есть было очень много заявок, вот, очень много семей приняло участие в кастинге. И они присылали свои фото, они присылали свои фонограммы, да, голосовые. Всеми фонограммами занимался композитор, отбирал по как, музыкальности, скажем так. Да? Вот. Таким образом все эти семьи отбирались, в результате остались определенное количество семей, а именно 18, да, 18 семей, которые представляют разные, я повторюсь, регионы, и Караганда, и Астана, и Уральск, и Алма-Ата, вот, которые принимают участие вот в этом шоу, которое, опять же, мы можем лицезреть сегодня.